мы переходим к третьему пасуку, и здесь перечисляются еще три инструмента, которым нас пришел научить царь Шломо. Лякахат мусар аскель, цедек, мишпат, мишарим. Взять этику разумную, которая состоит из трех частей. Цедек, мишпат, мишарим. Мы разберем. Когда мы читаем книги по Торе, слушаем лекции, уроки, то очень важно уметь адаптировать информацию под себя. Например, мы читаем в Торе про то, что сделал Авраам Авину, про Йосефа Цадик. Например, Йосеф за то, что он попросил два раза у виночерпия «не забудь про меня», получил еще два лишних года в тюрьме. Да, за то, что у него было недостаточно веры, упования на Бога, он просил два раза. И мы читаем разные истории про Виленского Гаона, про мудрецов даже нашего поколения. То очень важно понять, как это относится ко мне. То есть, когда мы учим этику, да, недостаточно просто выучить и теперь тоже повторять, копировать мудрецов или Авраама Авину, или Йосефа, а нужно понять, как это относится ко мне на моем духовном уровне, в моей жизненной ситуации. Потому что если мы не адаптируем информацию правильно и будем просто их копировать, то никакого успеха мы не добьемся. И вот Шломо Мелех учит нас, что есть три подхода в этом, в адаптации. Да, это цедек, от слова цдака, это когда мы делаем больше того, что мы обязаны. Мишпат – это правосудие, когда мы делаем по букве закона. Мишарим – это своего вида, от слова яшар, прямая линия, которая идет между двумя точками. Да? И имеется в виду компромисс, который мы делаем в 80% случаев в нашей жизни. Например, если человек слышит какую-то историю, и она ему прямо откликается, он говорит, вот это прямо про меня, это моя миссия, это ко мне очень относится, то он берет ее и начинает распространять, и он может делать, как цдака, он может делать больше того, что он обязан. Да, распространять это, делать это, учить этому других. Есть вещи, которые он слышит, он должен их принять как и сделать так же, как есть, да, как это написано. Ни вправо, ни влево, не меняя ни одной буквы. Но большинство случаев это компромиссы, когда человек должен, он не может сейчас сделать на таком уровне, как он это слышит. И он должен найти вот эту золотую середину. Например, человек решил для себя молиться. Да, он не знает конструкции молитвы, он не знает иврит. Да, молитва длинная. Он сначала начинает на русском языке, берет на себя там какой-то отрывок «Шма Исраэль», потом добавляет еще, пока не переходит на иврит, и там сможет через какое-то время молиться полную молитву. И так во всем. Человек слышит какую-то историю, да, кто-то как-то поступил, кто-то как-то сделал, но он не может, он не готов сейчас на такой уровень. Да, он берет, ищет компромисс, как ему начать, да, и понемножку продвигаться. Но очень важная вещь, этому нас научит Шломо своими притчами, это адаптировать, то есть углубляться в рассказы, углубляться в Тору, понимать, да, чему нас учит, да, и уметь переносить это на нашу жизнь, на нашу ситуацию. И тогда это будет мусар, лякахат мусар аскель, тогда это будет этика, которая приведет к нас к успеху в жизни. То есть мы сможем расти духовно и стоять на ногах материально и продвигаться во всех направлениях.